Здравствуйте. Я нахожусь по ту сторону стены, где люди почти уничтожили друг друга. Мы создали ваш город в качестве эксперимента. Мы верили, что так сможем обрести человечность, которую мы утратили. Мы разработали систему фракций, чтобы обеспечить мир. Но уверены, среди вас найдутся те, кто превзойдет эту систему. Мы назвали их дивергенты. Они и есть цель этого эксперимента. Благодаря им человечество будет жить. Если вы смотрите это, значит, хотя бы один из вас – доказательство того, что эксперимент удался. Пришло время вам выйти за пределы стены и присоединиться к нам. Мы внушили вам, что вы единственные выжившие, но это не так. Мы ждем вас с надеждой по ту сторону стены.